Всем привет! Я здесь как раз убираю, чищу клетки, собираюсь подметать, с полом разбираться. Оливсик у Даны выдирает шерсть. Дана ж, как обычно, решила заниматься попрошайничеством. А он так у нее... Ай, не успел! Не успел, да? Дуська, Дусенька моя! Что, Оливсик, не успел выщипать всю шерсть? Ну, бывает. Вот тут спина. Он вот здесь выщипывал у нее. У меня даже есть коротенькое видео для ТикТока сняла. Ну да, она пошла дальше подбирать. А я буду дальше. Да, ушла собака. Такое кубло от тебя ушло. Столько, такое гнездо можно свить с ее шерсти. Ты даже не представляешь. Все самки будут твои. Вот, Томочка. Реакция Томочки на Даночку. Дикий вопль. И делаем-делаем ноги. А Аркаша спокойный. Аркашенька. Аркаша, тут еще кошечка придет сейчас, старшенькая. Что, Оливсик? Она тут ходит, все подбирает? Ну, да. Чтобы я не подметала. Все правильно, Дуська? Убирай все. Убирай. Еще и кошечка. Пришла. Ну как, все хорошо. Еще и кис. Еще бусинка не пришла, на удивление. Лисик, хотя бы с этой. Ну давай, ну давай. Подбирайся. Подбирайся, подбирайся. Правильно, урони на Дану. Урони, урони. На Дану урони. Вообще так интересно за этим всем наблюдать. Дана мне помогает, помощница, чтобы мне меньше было подметать и убирать. Выброси. Молодец. Лисик. Обворовывают среди бела дня. Воруют. Все орехи заберут. Вот так. Да. Вот так весело и живем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотр. Пока!